группу компаний входит несколько фабрик по производству замороженных полуфабрикатов. Линейка новая этого года – это линейка пельмени фермерские, хинкали фермерские. А также готов вам рассказать о линейке для веганов. Это модное новое направление. Очень много людей готовы отказаться от мяса, следят за здоровьем. И мы им готовы предложить линейку веганов, которую выращиваем и производим непосредственно на своих полях. Мы провели фокус-группы с людьми, непосредственно с настоящими веганами. Мы собрали порядка 72 человек. Они отбирали из 25 образцов, да, различные продукции для веганов и выбрали три, которые показались им наиболее вкусные, питательные, сытные. Вот. Самое интересное – это чечевица и морковь. По вкусовым характеристикам, трудно сказать, похоже ли на мясо, не похоже, но достаточно вкусно. Есть линейка у нас замороженных готовых блюд. Эта линейка у нас существует 7 месяцев. Отличительная особенность – это блюдо полностью готово к употреблению. Его необходимо разогреть в микроволновке на средней мощности 1,5-2 минуты. Большой круг, целевая аудитория – это молодые люди, это горожане, которые вечно спешат, и это фастфуд, заправочные станции. Потрясающий, на самом деле, эффект дают продажи непосредственно на заправочных станциях. Люди, на самом деле, считают время, считают деньги. И, как вы знаете, сейчас продают много хот-доги на заправочных станциях. Время приготовления хот-дога – 3 минуты 8 секунд. Люди считают секунды. Время приготовления этого готового продукта – 1,5 минуты. Очень интересный сегмент – это хорика. Люди, кто готовят питание, какие-то, не знаю, есть модная тенденция, наверное, везде – это шаурма, вот эти закусочные, перекус на ходу. И если раньше эти люди изготовляли продукцию самостоятельно в своих кухнях, да, то сейчас они покупают у нас продукцию, разжаривают непосредственно в сковородах и продают ее как собственное производство. В состав входит только натуральное мясо. Если говорить самса, это курица, это куриная грудка непосредственно. Отбор происходит по системе сертификации. Да? Есть в Российской Федерации сертификаты на любое сырье. Если нам поставщик предоставляет качественный пакет документов, да, мы принимаем сырье. Далее у нас идет этап, собственно, лаборатория проверяет сырье входящее. И лаборатория уже на выходе проверяет готовый продукт. Если все эти цепочки нас устраивают, да, результат этих положительный, тогда продукт поступает в продажу. Да, если говорить про замороженные полуфабрикаты, есть у нас еще линейка «Братцы-вареники», лидирующая линейка в Российской Федерации. Доля рынка «Братцы-вареников» составляет 20%. Мы занимаем первое место непосредственно в России по производству и реализации замороженных вареников в группе вареников. Максимальная представленность – это Москва, Великий Новгород, Нижний Новгород, Питер для нас – это новый интересный город. Цель этой выставки – это знакомство с местным рынком, это поиск качественного дистрибутора на данной территории и это знакомство, переговоры с сетями на СФО. На сегодняшний день есть ряд положительных моментов. В течение следующего месяца мы закроем вопрос по работе с дистрибьютором в Петербурге и будем представлять нашу продукцию здесь.